люди, которых используют на дани информации, значит, вот этот человек, еще один, он скажет, то назови фамилию. Эти люди мою, вибачте, ученицу, ну, поступили з нею, скажем, яке слово, підберіть саме слово для журналістів, яка написала заяву мені. Я хотів віддати дівчинку, щоб він, як він поступить. Щоб в такому случаї треба від 7 до 15 років провести в містах заключення. Ви натякаєте мене... на зґвалтування? Да, я не натякаю. А коли? На... Подождите. Ми розговорювали. Щоб він був наказаний. Да. Обождите. Да. Я ознакомив його з заявлением. Заявление поступило ко мне 2 дня назад. І я... А когда девочку... Подождите. Обождите. А когда она была изнасилована? Обождите. А почему вы в милицию заявили? Тетяна Эдуардовна просила... Спросила у меня заявление нельзя забрать. Я вам пишу, 2 дня назад произошло. Посмотрите, в ваших руках заявление человека о совершении криминального преступления. Вы говорите о том, что вы этого не я не торгую, милицию, я не стою, говорите, я вас не перебивал. Дайте договорить. Дайте договорить. Вы говорите, что у вас заявление о криминальном преступлении. То, что у вас в руках этот документ до сих пор есть, и он 2 дня не подан в милицию, это уже криминальное преступление с вашей стороны, это укрывательство. Почему он у вас до сих пор я в руках, скажу, если это правда? На сегодняшний день, это правда, на сегодняшний день там присутствовало и 2 работника милиции. Если он нас сегодня скрывает, мы их найдем. Мы, они будут... Я их не скрываю, я могу их тоже показать. Ну, покажешь. Значит, первое, я говорю вам и при всех. Я было, говорю вам при всех. При всех говорю, первое, ты зашел ко мне в кабинет и обвинил меня в чем? Первое, что я ему... В том, что вы написали заявление, что я изнасиловал, будем говорить, девочку 15-летнюю. Услышали, да? Теперь вот, дальше. Я ему, вот, я ему говорю, не было. Это была суббота. Такого не было. Я ему было. Сказал, Рома, принеси мне мое заявление, написано в милиции. А что я буду приносить? Подождите, Николай Васильевич. Обожди. Вы... Ты же предрослый... Вы потом... Вы обожди. Что мне сказали... Принеси заявление. Слушайте, а когда вообще было это изнасилование? Если... А когда это было? Когда это было изнасилование? Когда этот факт? Я не знаю. Ну, боже, у вас заявление. Меня... Ну, девочка, ну, девочка, когда ее изнасиловали? Я... Прочитайте, что там написано. Что там написано? Мне заявление дали 17.01. То есть ты 17.01 изнасиловал 17.01. Девочку? Ты ее позавчера изнасиловал? Нет. А когда? Я вчера когда? Дома был. Вот, второй человек какой знает, как это все. Но почему она не написала, когда ее изнасиловали? Мы ее приводили к врачу. Я ее никуда не водил. Она с интернета. Теперь, обождите. А? Девочка, ученица, училась. Она училась. Я... Ничего такого не было. Так а почему она директор интерната приносит, а не в милицию? Если я она не ученица этого интерната. Нет, если 15 лет, ученица интерната. Нет, я опекуном являюсь до тех пор, пока так я не выполнил 20 лет. Я же вам объясняю. На сегодняшний день ребенок не имеет возможности. Попросил 2-3 дня. Сегодня число. Это было 17 число. Ты никуда не ездил. Было 17 число. Я не знаю. Ребенок мне отдал заявление. Написанное. Ну, вы как опекун, почему не обратились? Я пообщался с ребенком, пообщался и договорились. Сейчас нет, она не является учащейся. Она попросила, чтобы ее перевели. Перевели, потому что есть заявление детей, которые пишут, что он постоянно угрожает. Вот тут кто заявление. Угрожал? Я не угрожал, Николай Васильевич. Во-первых, вот я приезжал до брата. Обожди. Можем позвать обожди. Брата. Я брату а вот приезжал. Пишет твой брат. Я Рубин Виктор. Незгідний з заявою свого брата Рубина Романа. В баню ми ходимо. Тільки взимку ми туди не ходимо, бо там холодна вода. А волейбол ми граємо в залі чудовими м'ячами. Кожен день. В школі-інтернаті мене все влаштовує. А те, що мій брат написав, це неправда. От рідний брат. Тому що, Николай Васильович, тому що ви його припугнули. Якщо б ви його не припугнули, він би... Тепер чим я пропоную? Я учениця 9 класу була свідком я... того, що Рубін Рома неодноразово погрожував ручці Анастасії за те, якщо вона там і так далі, і тому подобне. Рома. Та не було такого, Николай Васильович. Можна дати. Вона зараз учащається ПТУ. Вона не моя учащається. Поэтому в этом деле я должен разобраться. Она выпускница. Она выпускница, да. Она из-за этих ребят, они ее начали доставать. Юра Щербаков и Рома нас начали Рубин, начали доставать ее. Она пришла и попросилась, чтобы я ее не идти в 10 класс, а перевел в ПТУ. Я ее перевел в ПТУ. Она учится в ПТУ. А, то есть она попросилась сама, да? Да, сама попросила. Написала заяву. Она сирота, да? Она сирота, да. А кто-то пользовал? Ну,
Нет, опекунами является учебное заведение, в котором она учится. Почему она вам заявление? Почему она к вам обратилась? Обождите, почему не стыковочка? Почему она не обратилась к руководству того заведения, в котором она учится, которое является... Обратилась ко мне, потому что она мне доверяет, моей объективности доверяет, чтобы я разобрался во всем. Чтобы не было ничего голословного. А почему вот вы 2 дня выжидаете? Потому что я должен еще минимум встретиться с 2 людьми, чтобы получить подтверждение не только, а если она написала в каком-то порыве, гнева. У меня есть заявление детей, я вам показывал. У меня... Согласитесь, с этим должны разбираться уже правоохранители. А вот они пришли, звонок, и будут разбираться, конечно. Я но не они буду... пришли по звонку... журналист Татьяна Лакаска, не по вашему звонку. Нет, у меня через дорогу. Сегодня у меня день открытых дверей, выбачьте. Я сегодня не могу идти в милицию и заниматься этим вопросом. А второе, позавчера мне только заявление дали. Позавчера. Вчера что вы делали? Почему вчера? 18 число? Как что? У меня урок, я на занятиях. И те люди, которые должны прийти со мной пообщаться, те люди, которые являлись свидетелями, я должен с ними встретиться. Люди не смогли вчера встретиться. Подождите, вы подменяете, вы сейчас говорите о том, девочки, что вы выполняете работу правоохранительных органов. Это не ваша компетенция. Нет, я не выполняю. Вы говорите, что вы проверяете, что но вы я не могу, обождите. Я как опекун, как бывший директор цих дітей, які, скажем, як бывший дітей, вот этих, которые участвовали во всем этом мероприятии, я не могу огульно их в чем-то обвинять. Он отрицает, я должен разобраться. Когда я сам буду уверен, что он действительно подлец это совершил, тогда я буду заявлять. То есть он говорит, нет, этого не было. Она говорит, это было. Но извините, можно человеку судьбу искалечить и потом винить себя. Я не хочу ни его судьбу ломать, ни судьбу другого человека. То есть надо в этом разобраться вначале, на трезвую голову, а потом уже принимать какие-то решения. А прибежать сразу в милицию, и что потом? Его привезут в милицию, будут выбивать показания, он напишет то, чего не было. Может быть такое?